Конечно, особый шарм есть в английской лютневой музыке, которую мы в основном знаем по сочинениям композитора елизаветинской поры, замечательного меланхолического композитора Джона Доуланда. Но сегодня я его играть не буду. Я сыграю Павану и Алиманду Олмейн Роберта Джонсона, более молодого композитора, с каким-то особенным стилем. Наверное, стиль предшественника Персова. Такой очень серьезный, как подобает английской музыке. Thank you.
Thank you.